Так, часть вторая. Налепим манты. Надо это было там звук вырубить. Мясо еще много. Сделали кружочки. Орешка, рассказывай свой рецепт. Берем лицо посередине. Аккуратненько делаем. Берем серединочку. Соединяем. Теперь отсюда краешки подносим. Делаем тут усики. Серединочку. Тут усики. И соединяем. Что соединяем? Усики. И получается вот такой красавец. Мантоныш. Или кто там есть? Мантоныш. Ой, блин. Ты чё? Оп, развил облампу. Облампу. Ну, иди ставь. Аладдина. Берем. По-быстренькому. Раз. Кто не понял. Раз. Серединочку. Надо вначале расставить. Усики. Раз. Серединочку. Усики. И... Усики зажал. А тут такая подруга смотрит. Что такое? Что? Будешь потом, да? Это орешек. Мантуныш съест. Мантеныш. Что бы вы без меня делали? Да. €12. Хватит снимать-то. Давай работай. Сколько мяса положил? Чего ты тут сюда набузывал-то? Набузывал? Я ничего не бузывал. А что сюда натер? Мясо какое? Баранина. Курдюк. Свинина. Ну и приправы, соответственно. А лук положил? Ну, лук надо много. Столько же, сколько мяса. Вот такие вот красавцы. Розочки. А то вот. Слепила жена. Что это за этот? Красивая розочка. Пришелец. Глаза. Красивая. А вот. Это моя розочка. Да. Да, а это твоя развалилась уже. Можешь доделывать. Из-за тебя меня...